Леонардо Йонович будет сейчас пить кофе. Здравствуйте. Принял решение в результате сложного дня выпить кофе. Кофе уже привезли. Поэтому буду пить без трубки. А знаете почему? Потому что я еще здоровый человек, а в нашей стране очень много инвалидов. Поэтому я желаю вам процветания, благополучия. И вообще, я так думаю, что так, я возвращаюсь. Отправьте меня назад. С помощью этой системы можно не только ездить, а еще и дополнительно организовать себе дополнительные стройматериалы. Спасибо за внимание.